Оживает и внутренний чемпионат по хоккею. Команды выходят из отпусков. Но прежде чем начать предсезонный сбор, хоккеисты проходят медицинское обследование. На осмотре врачей вместе со жлобинским «Металлургом» побывали и мы. Вслед за гомельскими хоккеистами в областной диспансер спортивной медицины на обследование приехали сталевары из Жлобина. Хоккейный сезон, как известно, продолжительный и изнуряющий. Выдержать в среднем 50 матчей за сезон под силу исключительно подготовленному игроку. Но прежде чем приступить к первому тренировочному циклу, хоккеисты проходят медицинское обследование. Основная задача предсезонного осмотра врачей – определить состояние здоровья каждого игрока после отпуска. Проходит. Значит, основных специалистов, офтальмолог, невролог, хирург, ну и самое главное – это кардиолог. Работа для выявления работы сердца непосредственно перед началом тренировочного процесса, в каком состоянии они приехали. Что касается именно данной кардиограммы, здесь все нормально. Патологии никакой нету, отклонений от нормы нету. Кардиограмма прекрасная, брадикардия, как положено истинному спортсмену. По результатам обследования в межсезонье определяется функциональная готовность команды. От полученных данных отталкивается тренерский штаб при составлении расписания предстоящих учебно-тренировочных сборов. Свой тренинг-кэмп «Металлург» проведет в Жлобине. Первый тренировочный цикл будет включать в себя занятия на земле и на льду. У каждого хоккеиста нелюбимые это предсезонные сборы, потому что это самое, наверное, тяжелое на протяжении 10-11 месяцев. Вот. Бегаешь, прыгаешь, не знаю, кувыркаешься, играешь во всевозможные виды спорта. То есть весело, интересно, но это очень тяжело. Молодые ребята могут себя показать, не знаю, очень хорошо. У них есть все шансы. Тренер сказал, что топчитесь сами тропинку в будущее. Тренировка «Металлург» приступил под руководством нового главного тренера Андрея Колесникова. Жлобинский клуб взял курс на омоложение команды. На просмотре сейчас находится 6 молодых игроков. Еще трое хорошо знакомы жлобинским болельщикам – Евгений Каштанов и чехи, Якуб Мужик и Мартин Кадлец.